Шаббат шалом, дорогая община. Сегодня моя очередь делиться словом, и, надеюсь, мне получится. И я хочу помолиться. Дорогой Господь, честь Тебе, хвала и слава. Спасибо Тебе за этот шаббатный чудесный день, Господь. Дарун Твой мир, Господь, Твой покой, Господь. Дарун Твое помазание, Твоего Духа Святого, чтобы мы могли научиться у ног Твоих, чтобы Ты прославился в нашей жизни, в жизни нашей семьи, общины, Господь, нашей страны. Мы благословляем Тебя, пребудь с нами, Господь. Веди пути, веди нас по Слову Твоему, Боже, даруй Твое откровение. Во имя Йешуа Машиах. Аминь. Очень хочется в последнее время говорить и делиться о более практических каких-то темах, не очень глубоко теологических, и ты размышляешь, потому что никто не знает, что завтра будет, и анализируешь очень много, думаешь о прошлом, пытаешься двинуться в тех рамках, в которых мы находимся. Каждый у себя дома, в стране, в семье, у каждого разные законы. И все равно хотелось бы иметь кое-какую более продуктивную жизнь и для Бога, и в саморазвитии, да. И я бы хотел немножко поделиться мыслями, которые у меня недавно были, также мыслями, разными воспоминаниями, и да, даже, может быть, могу сказать, откровениями по той теме, которой буду делиться сегодня. И хотелось бы жить более качественно. Мы сейчас видим и ценим намного больше наше время. Раньше мы могли делать, что хотели, ехать куда хотели. Мы понимаем, что времена меняются, мир уже не будет таким же. И ты думаешь, как можно научиться вести более качественную жизнь, повседневную. Да, далеко уже никто планировать не может, но мы живем сегодня с утра до вечера, и хотелось бы время, которое нам Бог дает, чтобы оно было качественное, чтобы наслаждаться им и чувствовать, что ты важную роль исполняешь в этой жизни, и быть продуктивным. И много размышлял, что когда мы начинаем какое-нибудь дело, я буду говорить про себя, или сталкиваешься с какими-то тяжелыми ситуациями, с экономическими ситуациями какие-нибудь, в сферах, в которые ты выходишь на какой-то новый уровень, начинаешь учиться, строить семью, идти на работу, и ты понимаешь, что твоя точка старта, как выходца, бывшего выходца с Советского Союза, она намного уровней ниже, чем местного человека, который тут 2-3 поколения живет. И об этом я немножко хочу сегодня поразмышлять, потому что это настораживает, это мешает, это приводит вопросов, почему так. Можно, может быть, понять первое поколение, которое нас как детей сюда привезли, или кто сюда приехал, тяжело оставить то, что было. Но когда ты замечаешь это во втором и в третьем поколении, какие-то такие знаки вот этого вот периода Египта, да, откуда мы приехали, то это начинает настораживаться. И об этом я хочу поделиться. И кто знает, не знает, я лидер молодежи Швейцион. И мы сейчас проходим кое-какие больше общения с 15 лет, 16 лет, 18 лет. И ты начинаешь замечать те же самые качества, которые есть у их родителей, которые приехали сюда в более старшем возрасте. И начинают всплывать разные вопросы, как так может быть. Человек, который тут находится с 4 годиков или даже родился, он заражен неким вот этим вот постсоветским пространством. Это иногда видно в речи, или как он, форма мышления, она немножко узкая, да. Не всегда это плохо, но ты замечаешь, что есть цепь. Цепь со второго в первое поколение, которая проходит, и даже человек даже не знает, что такое СССР и что там было, он все равно как-то этим заражен. Я дам несколько примеров, если можно говорить о духовной лени, да, это можно замечать очень сильно, просто плыть по течению, как бы находить себе точку такого удобной жизни, идет как идет, не мечтать слишком наперед, опускать очень быстро руки перед тем, как ты пытаешься войти в новые сферы, стремиться к какому минимализму, да. И все это мы замечаем в нашем первом поколении. Я не говорю обо всех, я говорю, это как общий такой, общий ответ. мы замечаем это в первом поколении, и мы понимаем, почему это было. Потому что на наших родителей, на наших бабушек, дедушек было огромное давление задушить дух, задушить плоть и сделать человека быть в повиновении у власти. Это можно понять. Но когда ты замечаешь это у второго поколения, это уже более проблематично. Я думаю, что нам нельзя оставлять это просто так. И как бы мы вышли оттуда, и мы не находимся в этом рабстве или тюрьме, или как каждый может назвать, и как он чувствует, изгнание, галут, мы уже не там, мы давно уже не там, но мы привезли оттуда кое-какие цепи. Может, Бог ожидал, чтобы мы эти цепи там и оставили, но мы не только привозим в себя эти цепи, которые нас держат еще, и не дают нам быть в свободном духе, и недостаточно, что они у нас есть, мы еще иногда и передаем эти цепи нашим детям, следующее поколение. У кого цепи, у кого цепочки, как можно сказать, но есть вот этот почерк того Египта, той тюрьмы, где мы были, и... Об этом я хочу сегодня поговорить. И когда я размышлял об этой теме, что я буду говорить, еще и на русском, мне всегда нелегко выразиться, но я молился. И когда я молился о теме, тема у меня уже была, развивал ее в молитве, то у меня пришло как откровение, и я это четко видел просто, как подтверждение, что это тема, о которой надо говорить. Я просто видел, как наручники упали, просто расстегнулись и упали на землю с человека. Я не мог сказать, кто это человек, я просто видел, как четко наручники упали. Это было просто подтверждение, что да, надо об этом говорить, и тема важная. Тема важная, и это, конечно, всякие теории, как я всегда говорю, но если превратить это в практику, у нас будет в общине, в семьях большой плод. Потому что если мы читаем в принципе Библии, когда Бог выводит свой народ из изгнания, Он приводит их в новую землю, там, где Он приготовил хорошую почву, и Он говорит, оставьте старое мышление, оставьте те привычки, которые вы делали в Египте. Египет – это, конечно, пример, название. У него есть принцип, чтобы заходить в новую землю, обрабатывать новую землю, вкладываться, растить там детей, растить земли и быть продолжением его творения, его замышления. Это то, что он хочет, и он не хочет видеть нас в цепях, потому что он нас вывел на свободу, но все равно так получается, что мы иногда берем этот советский менталитет, и очень-очень тяжело оставить его, и он нас сопровождает тут, и это проблематично. И что нам можно делать? Хотелось бы об этом поразмышлять. Во-первых, нам нужно понять, есть ли у нас это качество, есть ли у нас такие вещи, которые понемногу, помалу мы застряли в мышлении там, есть ли у нас привычки, которые мы взяли оттуда, есть ли у нас, может быть, страхи, есть ли у нас страх перед будущим, больше страха, чем веры. И вот на эти вещи нам нужно просто посидеть и честно ответить на эти вопросы самому себе. И особенно говорить, кто я? Кто я и зачем Бог меня создал? Понять библейские принципы, принципы творения. Объяснить себе и быть честен собой. Может, я очень сильно нахожусь, может, физически в этой стране, но духовно и душевно я еще там, хоть прошло и 20 лет, и 30 лет, и 15, и 5. Ответить на эти вопросы. Если я понял, кто я и зачем меня Бог создал, мы это скоро посмотрим из Писаний, то что пошло не так? Что в истории моей, моих предков, моего народа пошло не так? Что все пошло накосяк из моралей и из моих привычек? И ответить на этот вопрос, что пошло не так? И если что-то не пошло не так, что я с этим делаю? Могу ли я что-то изменить? Но мы должны понять, что понять и ответить на эти вопросы и ничего не делать с этим, мы должны сказать, это не вариант. Я буду делать с этим что-то фактом, я хочу изменения в мою жизнь, я хочу иметь качественную духовную жизнь, я хочу иметь качественную физическую жизнь. Я не говорю про богатство и про машины, я говорю совсем о другой вещи, я говорю о мире, который у нас есть, и о том, что мы несем в этот мир. И мы должны поставить эту цель, и сразиться с теми фактами, до которых мы дошли в процессе размышлений. Мы должны понять, где я связан с цепями прошлого, почему я живу в этом настоящем, как живу, как мыслю, как я мыслю. Нахожусь ли я в старом мышлении, или мое мышление всегда обновляется, который есть библейский принцип? Как я отношусь к своими детьми? Я очень хорошо помню, в Беларуси я был, не принято было много времени с детьми проводить, потому что люди работали по 12 часов, они уставали, они делали разные дела по дому. Ребенка надо было бы выучить, накормить, ну и все, в принципе. И неважно, ты верующий, неверующий, у принципа было одно и то же. Духовный рост даст тебе община, церковь, все, кто куда ходил. Какое мое отношение сегодня с детьми? Принес ли я эти принципы, которые были по минимализму работы с детьми, обратно сюда, в Израиль? Пробую ли я новые вещи? Пробую ли я пробиваться? Может, Бог открывает двери? Боюсь ли я туда входить или не боюсь? Если боюсь, вот эти страхи, которые мы притащили сюда с собой, их нужно исключать. Но, может, эти качества у меня и нет. Это тоже хорошо. Мы можем сказать: окей, я прошел хороший процесс, слава Богу, я уже не такой, можно поделиться, можно рассказать другим, можно повлиять в хорошую сторону на тех людей, которые приезжают сюда сегодня, и быть реальным, хорошим сосудом, потому что мы работаем с очень много новыми репатриантами, которые оттуда едут и везут эти цепи с собой. Развиваюсь ли я или плыву по течению? Это может быть в душевной сфере, это может быть в духовной сфере, в работе. Вещь, которая не всегда была приемлема, я думаю, даже о ней, это хобби, развиваю ли я свои хобби, мои таланты, как написано в Библии, развиваюсь или я просто плыву по течению. И просто задавать эти вопросы, сидеть, выключить все звуки, голоса, которые нам мешают, и посидеть, и подумать, и просто взять лист бумаги и ответить себе на эти вопросы. И, может быть, нам будет больно, когда мы поймем, что мы, да, зависли где-то там, и мы, да, хотим начать новый процесс, и начнется процесс, как говорится в Библии, очищения золота. Это процесс болезненный, но в конце концов это процесс очень хороший и здоровый, и это очищение будет во благо и человеку, и Царству Божьему через этого человека. И самый главный вопрос: свободен ли у меня дух? Потому что, если мы смотрим... историю наших стран, откуда мы прибыли, одной из главных вещей это было поработить человека, спустить его дух до минимума и сделать так, чтобы он был просто послушен системе. И вопрос: свободен ли у меня дух? Есть ли у меня дух веры, или дух страха, или дух боязни, или я всего боюсь? Есть ли у меня какие-то вредные привычки и суеверия, или я иду по Божьим принципам, а не по тем принципам, которые я привел с собой? И много-много в Библии можно найти, кто я и что я, особенно в книге «Бытие», создание человека, как Бог планировал человека, как ему это было важно. И я тоже хочу затронуть несколько стихов, чтобы об этом поговорить. И мы начнем читать с Псалтирь 138, с 13 по 17 стих. «Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышено для меня помышления твои, Боже, и как велико число их». Это только маленькая запятая о том, как Бог нас сотворил, как Он задумывал нас, как Он задумал, как мы будем выглядеть, как Он задумал, какие у нас будут качества, как Он задумал, как Он будет использовать эти качества для своего царства. И Он все планировал и создавал, и дал нам особый дух, свободный дух. Он дал великий интеллектуал каждому из нас. Навыки, мышление, возможность и умение смотреть вперед, быть людьми проактивными, правильно планировать свое время. Это мы можем увидеть в первом человеке. Человек первый, Адам, был совершенное творение Божие. Сколько много у него навыков было. Как Бог ему доверял, чтобы он продолжал его творение, чтобы он продолжал его работу на этой земле. Сколько задач он дал ему. И строить, и делать что-то в саду, и называть имена животным. Да? Мы не будем углубляться слишком про всю теологическую сторону этого, да? Быть священником в своей семье, возрастать семью. И очень важное качество – иметь духовную власть. Мы это видим, когда Бог сказал Адаму: охраняй сад. От кого охранять? Евы еще не было, она слишком косячить не могла. Но был духовный сфер, был духовный мир, ожидались духовные атаки. И Бог сказал: я тебя сделал так, что у тебя есть сила и духовная власть, и ты имеешь возможность, и все для того, чтобы охранять этот сад, этот мир, который я создал для тебя. Мы видим, что Адам не очень-то справился, но так как Бог дал ему эту задачу, он, да, имел эти навыки. И у человека, как у творения, есть огромный потенциал. Особенно тех, кто верит в Бога во имя Йешуа и имеет близкие отношения с Ним. Он должен это понимать, и это есть факт. То, что случилось дальше, мы посмотрим также, что случилось, что есть творение и есть ненавистник творения, Божий враг, и он хочет украсть, убить и погубить, дабы Божье Царство на земле не так преуспевало, как хотелось бы. И Богу нужны люди, Он нас нуждается, чтобы продолжать Его творение, Его дело тут на земле. И что-то случилось. Конечно, грех, мы знаем грех, изгнание, и это привело к отделению и потере призвания как человека. И мы плавно вошли в сферу проклятий. И мы сейчас почитаем, не всю главу, потому что она очень длинная, вы можете это почитать дома, Второзаконие 28. Как мы до этого дошли и что нам делать? Потому что можно сказать, и это всегда есть люди, которые говорят: если мы новая тварь, уже ничего не важно, грехи наших отцов не важно, поколение, то, что там делали, тоже не важно. Можно так сказать, но факты говорят о другом. Мы, да, иногда страдаем за тех вещей, которые были в поколениях. Мы, да, иногда имеем кое-какие проклятия или просто застряли, не можем прорываться, потому что кое-кто в наших предыдущих поколениях что-то сделал. Мы видим, как маленькие детки иногда страдают, потому что мама или папа что-то сделали. Так что по факту мы должны понять это глубже. И когда мы поймем проблему глубже, мы будем на правильном пути к ее решению. Я буду пробегаться по Второзаконию, 28 глава. Вначале написано про благословение, но я начну с проклятия. Эта глава говорит о благословениях и проклятиях. И когда я читал эту главу, я очень много заметил вещей, как мы, выходцы из бывшего Советского Союза, мы имеем к этому отношение. Есть и другие алимы, да? Есть алимы с Эфиопии. И ты очень сильно замечаешь, как они находятся еще там, иногда мыслями своими. Люди с Марокко, люди с Йемена, у них есть всякие вещи, которые связаны с оккультизмом и с идолопоклонством, и они сейчас, в 2020 году, верят этому. И все это у нас тут варится в этой каше, и мы привезли свое, каждый свое, вместо того, чтобы поставить. И все говорят: «Анахну олим ля эрец Исраэль», мы поднимаемся в новую сферу. Мы поднимаемся на новый уровень, мы поднимаемся там выше, то, что Бог приготовил, но мы иногда тащим с той низи, откуда нас Бог поднимает, вместе с собой. И каждый, конечно, может прочитать главу и посмотреть, правда ли это насчет его, но есть вещи, которые я увидел. 15 стих. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнить все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». И я думаю, это случилось в наших поколениях 3, 4, 5, 6, 7 поколений назад, но это случилось. Наши праотцы ввели нас в сферу проклятий, вместо того, чтобы ввести нас в сферу благословений. Стих 29. «И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой, ощупью ходить в потемах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя». Это очень сильно проговорило ко мне, потому что иногда ты пытаешься пробиваться, и у тебя вроде бы все как бы нормально, и мышление у тебя нормально, но не получается. Что-то тебя держит, у тебя нет успеха в кое-каких делах, которые ты пытаешься делать. И никто тебе не помогает, и ты не понимаешь, почему. 31 стих. Вала твоего заколют в глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Все, что связано с имуществом. Мы помним очень темные времена, когда имущество было, забирали имущество у людей. И люди не привыкли иметь или руководить своим имуществом. У них нет этих навыков, потому что 100 лет назад у этих праотцов все забрали. И сегодня, когда мы пытаемся думать об этом имуществе, у нас такое аж дрожь: подожди, это не для тебя. Все, что связано с имуществом, с деньгами, это плохо, это плохо, это плохо. Всегда кто-то об этом нам напоминает. Стих 33. «Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни». Мы помним разные периоды притеснения и мучения, особенно к нашему народу в изгнаниях. Мы это видим, это не только убивало людей или давило на них, это всегда давило дух. Где нету свободного духа, там тяжело функционировать и физически, и духовно. Стих 36. «Отведет Господь тебя от царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои. И там будешь служить иным богам, деревянным и каменным». И мы столько всего нахватались. Я уже говорил примеры и про марокканских людей с нашего народа, и Йемен, и Эфиопия. И мы нахватались суеверия. Всякие вещи, которые мы раньше делали, потому что над нами правили люди-атеисты, которые не знали Бога и пытались в них это подавить. И мы много чего нахватались и привезли сюда. Стих 38. «Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча». Нет успеха, не получается иногда, опять-таки. Что-то идет не так, не получается, хоть ты прилагаешь все усилия свои. Ты сеешь, и ты любишь работу, да, и у тебя есть правильное мышление, но не получается, ты не видишь достойный плод своего дела. В чем проблема? Если там какой-то духовный вариант или даже проклятие. Я не боюсь говорить это слово, потому что мы должны с этим как-то об этом думать. «Сыновей и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен». Это может быть духовный плен. Это может быть проклятие в отношении между детьми и родителями. Рождают детей, есть они дети, но эти семьи не выглядят как семьи. Дети теряются по дороге. Почему это происходит? Стих 43. «Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главой, а ты будешь хвостом». Много-много раз господствовали над нами. Стих 45. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен, за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановления Его, которые Он заповедовал тебе. Они будут знаменем и указанием на тебе и на семени твоем вовек». И написано: «И на семени твоем вовек». Хоть это семя ничего не сделало, они будут переходить на семя, потому что род находится в сфере проклятий, потому что не послушали Бога, Бог наказал, Бог проклял, да, Бог исцелил и простил, но так как мы с этим вообще не имеем никакой связи, мы себя вопросы не спрашиваем, как пройти процессы очищения, есть вещи, которые остаются на семье нашем. И слава Богу, что не все, потому что Бог милостив, но есть вещи, которые точно и четко видно. Стих 64. «И рассеет тебя Господь Бог твой по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням». Стих 66. «Жизнь твоя будет висеть пред тобой, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей, от трепета сердца твоего, которым ты будешь объят. И от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: о, если бы пришел вечер, а вечером скажешь: о, если бы наступило утро». Страх. Страх, страх, страх. Сколько лет наши праотцы, особенно те, кто пришли с бывшего Советского Союза, имели страх. Кто-то услышит, кто-то скажет, кто-то покажет, кто-то сдаст. Страх, страх. Вот этот страх. Нету никакой уверенности, уже не говорю о вере. Нету уверенности, что будет завтра. Нету уверенности в том, что все будет хорошо. Нету уверенности, что то, что Бог обещал, оно сбудется. Беспокойство. непрестанное беспокойство. Всегда есть о чем побеспокоиться. Всегда. И пессимизм. Пессимизм – это думаешь, что все обязательно будет плохо, а если что-то будет хорошо, это меня, конечно, порадует, я буду удивлен, но обычно, когда я говорю с людьми, даже с нашей общины, или даже с детьми этих людей, есть очень большой пессимизм. Эту главу, конечно, надо прочитать сначала, понять, если это вообще имеет отношение ко мне, а может и нет, и записать, что да, потому что если я записал, я обозначил проблему, мне нужно с ней работать. И мы должны понять принцип. Это принцип мы замечаем и в истории, и сейчас, это будет всегда, что наши действия могут принести благословение на нашу жизнь, и на нашу семью, и на наше поколение. И наши действия также могут принести проклятие в нашу жизнь, нашу семью и дальше наше поколение. Но мы, да, можем влиять на это. Если мы имеем это понимание, если мы понимаем библейские принципы, и мы можем от этого освободиться. Одна из вещей, которые я думал о тех людях, которые жили в Египте перед выходом из Египта, те родители, те семьи, они были в рабстве. Они были в рабстве, это была тюрьма, гетто, можно назвать как захочется, но они не были свободными людьми. Но они размножались, у них рождались дети, у их детей рождались дети, да? Но эти дети, они рождались в рабство. Они не рождались как свободные люди. И они рождались уже с этими наручниками, с этими цепями, с этим образом мышления. Мы это видим при выходе из Египта, когда и старое, и новое поколение, они не понимали, кто они и что они. Они народ, они не народ. Кто их не Бог? Моше должен был объяснять имена Бога, кто Бог, что Он делает, зачем. И этот процесс создавания народа, этот процесс выхода из Египта и очищения нации. И большинство из них так и не смогли войти в землю обетованную, потому что не могли они оставить этот духовный Египет. И когда я хоть с Беларуси уехал очень рано, скажем так, в 11 лет, но я помнил кое-какие вещи и в церквях, которые были не очень позитивные. Там был антисемитизм очень хороший. Напоминали нам, где место еврея и что ему делать. Но когда я разговаривал с моими друзьями, или как я видел, как другие семьи функционируют, было очень принято ходить к гадалкам, к ведьмам, к всяким таким женщинам, которые там тебе гадали на картах и все такое. И про это написано очень четко, если ты свяжешься с этой гадостью, что будет с тобой. И ты уже берешь кусочек проклятия. И много людей клялись, кричали, в семье были много раздоров. И муж и жена поменялись ролями. Жена была более доминирующая, это хотя бы было у нас в Беларуси, я не говорю сейчас про верующих, я говорю про неверующих, это было в каждой семье, особенно в доме, где мы жили. Муж работал и пил, жена делала все остальное и имела власть над всем. Божья структура поменялась. Разводы, сплетни. Написано насчет сплетен. Это просто в нашей крови течет. Мы любим поговорить про кого-то. И так тяжело не говорить, язык сам поворачивается иногда и промывать кости. Мужчины, которые были никем. Невозможно сесть на самолет, прилететь сюда и стать кем-то. Надо пройти процесс, надо понять, где проблема, где корень проблемы. Не было Божьей структуры в семье, иногда даже у верующих. И так далее. Есть, конечно, вспомнить, каждый может вспомнить, и важно вспомнить. Важно в этом копаться, просто поднять рукава и влезть полностью в это болото, потому что где-то там есть золото. Если кто-то сейчас это слышит и скажет, да, есть в этом что-то, это хороший шаг к действию. Не сказать, есть в этом что-то, но не уже живу, так и живу. Нет, надо всегда иметь продуктивное действие. Мы должны понять, что есть большой разрыв между тем, что Бог запланировал, и между тем, что мы имеем. И мы должны этот разрыв соединить обратно, потому что время лукавое, дел у нас полно, и мы должны оставить вот эти вот цепи, эти наручники должны упасть, и мы должны иметь победу над этим. И как это делается? Есть очень много разных способов, но, во-первых, это делается первый раз в осознании. Осознать, что есть проблема. Осознать, что есть сферы моей жизни, которые упали на моих детей, и что я мышлением нахожусь еще там. это осознание. И надо быть готовым к войне. Надо быть готовым к войне, потому что если дьявол, враг, потеряет такого минимального мышлителя, этот человек станет продуктивно вести свою жизнь, иметь качественную жизнь для Бога, это очень большой удар, и поэтому нам надо готовиться к войне. Нам нужно отрекаться, молиться, провозглашать вещи. Это термины, которые мы немножко подзабывали, потому что мы живем, скажем так, спокойно, за нами никто тут не гонится. Но эти термины, как прорыв, как стоять в проломе, все вот эти термины, которые мы раньше, я очень помню, много говорили даже в Беларуси, да? Стоять в проломе, стоять в молитве, добиваться каких-то откровений. Мы это менее видим сейчас, и, может, это самое время вспомнить про это. Хочу прочитать Псалома 78-го. «Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего». У нас есть ответственность к тому поколению, которое придет, и те поколения до нас, которые не знали Бога, не знали Спасителя, мы должны разорвать эти цепи. Это факт, мы можем видеть этот принцип в Библии, и мы должны за это молиться. Мы должны молиться за те грехи наших предков, которые не сделали и которые влияют на нас сегодня. Это факт. Мы должны провозглашать эти грехи, о которых мы знаем, и молиться, о которых мы не знаем. Как мы иногда в Йом-Кипуре молимся. Прости нам те грехи, о которых мы сделали специально, или которые сделали не специально, или которые сделали и даже об этом не знаем. И нам нужно вооружиться. Как написано в Ефесянам, 6 глава, не буду я сейчас читать, можно почитать дома, как нам вооружиться и быть готовым к духовной войне, что нам Бог дал, чтобы использовать, какие у нас есть келим как-то, вооружение, которое мы можем использовать, да? Вооружение веры, нападания, атаки, охраны, и мы должны использовать это. И это есть желание нашего Йешуа, чтобы мы воевали и побеждали. Вот это принцип победителя, свободного духа. И очень важные вещи написаны в Исайя 61, это был пророк Исайя, и потом Йешуа это провозгласил, зачем он пришел. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшением, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Всегда мы думаем, да, это те, которые неверующие, их надо спасать, вытаскивать из болота, но что с нами? Что если наше мышление, наш дух находится все равно, что мы узнали Йешуа, но мы все равно находимся в какой-то темнице? Йешуа говорит, я хочу вас освободить. Я думаю, сегодня как-никак это сказано про нас, про верующих. Это желание Бога для нас, Он хочет нас освободить. Понять, что мы спасены, это хорошо, это хорошее начало. Но нам столько всего надо делать. И зачем нам вот это все освобождение? Мы читаем дальше. «И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов». С давних родов запустения. Бог хочет нас освободить сегодня, верующих, чтобы мы продолжали строить, чтобы мы продолжали развивать, чтобы мы были частью Его творения и продолжать творить. И это Исайя 61 глава. Сегодня это для нас. Ни для каких неверующих, ни для какого мира. Сегодня это для нас. И мы должны это использовать, потому что он говорит, о, это воля Йешуа для меня. Я хочу выйти на свободу, хоть я и считаюсь верующим. Я хочу иметь вот эту свободу и быть полезным царству, и строить, и продолжать творить, и иметь правильное мышление, и оставить эти цепи, которые сковывают меня, и выйти из этой тюрьмы мышления, потому что Йешуа хочет меня освободить. Есть много-много разных принципов. Написано, возлюби ближнего своего, как самого себя. Как я могу по-настоящему любить ближнего своего, если я себя не люблю? Если я отношусь к себе с минимализмом? Если я думаю, что я ничего не могу, и то, что я делаю сегодня, хватит мне? Как я могу обращаться по-другому к ближнему? Как я могу его поднимать, ободрять, любить, если я сам себя не люблю? Если я нехорошо отношусь к своему телу, если мне все равно, как я выгляжу, как я говорю, если мне все равно, как я живу, где я живу, если у меня чистая жизнь, нечистая жизнь, или мне все, как говорится по нашему русскому, по барабану, если я такой, как я могу любить своего ближнего? Это невозможно. Мы должны сначала понять, люблю ли я себя, уважаю ли я себя как человека, и не безразличен ли я себе. И это мои мысли, это мое направление. Я думаю, надо просто сесть, каждый сам собой, и понять, написать, спросить вопросы, молиться, и Бог откроет. Я думаю, каждому откроет, и я думаю, Бог мне открыл не просто так, и Он показал, что есть цепи, которые должны упасть. Я лично с моего опыта очень много раз заметил, даже был, когда намного моложе, когда у меня что-то не получалось, мне вспоминались мои предки, скажем так, и большинство из моей семьи неверующие, и вещи, которые делали, я всегда просил: Господь Йешуа, стань первым колечком в моей цепочке жизни. Не то, что было раньше, просто обруби. И когда я молился, это взяло времени, но это да, получалось. Да, пробивался. Не потому, что такой умный и красивый, потому что Бог помогал, и есть милость, и Он отвечал, и Он обрубал. И Он даже притуплял иногда память, что те вещи, которые нехорошие были, ты помнил, Он это стирал, потому что Он может, и Он хочет, это сделать. Но мы просто не хотим дальше двигаться. И очень-очень хочется эти вещи видеть, изменения, потому что изменения будут всегда на глаз. Особенно в нашей общине, особенно в нашей молодежке. Иногда молодежке пытаешься долбить просто, и ты понимаешь, это все на глазах. Это будто человек приехал вчера из Советского Союза. Тупое мышление, ему не важно, что завтра будет. Он не планирует ничего. Ты когда спрашиваешь, чем ты хочешь быть, когда будешь большой, никем, мне все равно. И вот эти вот ответы, это не то, что ему так скучно и неинтересно жить, это потому, что на нем лежит цепь, которую подарили ему его родители. И эта сфера, нужно с ней бороться. И я хочу закончить. Конечно, можем много читать, и в Библии есть, но этот стих я уже раньше читал, с 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы к славу, как от Господня Духа». Мы и есть та слава Господня, которая должна отражаться в зеркале, когда мы смотрим в зеркало. Наша жизнь должна приносить честь Богу. Он говорит, мы открытым лицом, как в зеркале, смотрим на славу Господню. Это и есть факт. Или мы приносим Ему честь, или мы бесчестим Его. Наша жизнь, наше мышление, наша продуктивность. Может, у нас ноль продуктивности. Я уже не говорю за спасение. Рай, ад – это вещи, которые мы не будем даже обсуждать. Это ни при чем. Как мы живем эту жизнь? Нравится ли нам наша жизнь? Или мы страдаем и ноем? Качественна ли наша жизнь? Хотим ли мы что-то изменить? И нам нужно прилагаться. Прилагаться и достигать, и ставить цели, и прорываться. Не всегда это легко, но всегда это интересно, потому что делаешь это с Богом. И написано, когда ты проходишь долину плача, ты открываешь новые источники. Только там есть эти интересные источники. Я бы хотел, чтобы мы об этом подумали и молились, и размышляли, и можно об этом говорить, конечно. И если, да, есть какие-то прорывы, есть какие-то обновления, если цепи падают, то хорошо будет нам это услышать, эти свидетельства, потому что, я думаю, если человек начнет это делать, да, будет свидетельство, и да, будет большой плод. Аминь.